Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Деловой Славянск». Сегодня у нас очередная встреча. Мы встретились сегодня по поводу подведения итогов конкурса творчества Михаила Петренко «Глазами современника». В этом фотоконкурсе, который проходил с 1 апреля по 1 мая, приняли участие 30 участников совершенно разного возраста. Возраст участников составил от 10 до 77 лет. Самое основное условие для участия было, чтобы фотографии, которые подготовили наши участники, описывали какие-то моменты, связанные с творчеством нашего известного земляка, поэта Михаила Николаевича Петренко. И сегодня наша комиссия, которая вот здесь у нас присутствует, сегодня мы посмотрим это, оценим и выберем победителей нашего конкурса. Члены жюри посмотрели сейчас все работы, которые были представлены здесь, и мы сейчас будем определяться и выбирать лучшие работы. Еще дадим первую позицию. Да, 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 да. Ну хорошо, все. Да? Да. Так, есть вариант. Ну, у меня есть варианты из площади ковалёв. Да? Есть там момент. Интересно. Затем Слуцкий, Нескородова. У нас есть по 3 балла у Ярослава Слуцкого и Виктории Коваленко. Вот по 3 балла. И, нет, еще Дарья Кузьмина, извините, вот еще у меня 3. То есть 3 человека по 3 балла. И есть еще, Дарья Кузьмина получила еще приз от этих зрительских симпатий плюс. Сергей Ковалев набрал 2, Андрей Харламов 2, ну с плюсами, одинаково как-то. Владислав Лаков 1 с плюсом, Сергей Возовик 1. Итак, мы нашей уважаемой комиссией подвели итоги нашего голосования конкурса творчества Михаила Петренко в фотографиях современников. Мы определили 4 победителей. Первое место в нашем конкурсе заняла Валентина Степановна Нескородова. Она набрала самое большее количество баллов среди нашего жюри. У нас есть также 3 дополнительных победителя. Это Дарья Кузьмина, Ярослав Слуцкий и Виктория Коваленко. Мы поздравляем наших участников с этой победой и напоминаем о том, что каждый участник конкурса получает вот такую грамоту от документального исследовательского проекта «Идентификация Петренко» и «Делового Славянска», а также книгу сочинений Михаила Петренко «Творы» с печатью проекта «Идентификация Петренко». Я надеюсь, что наш конкурс стал тем шагом, который позволил нашим читателям приобщиться к творчеству Михаила Николаевича Петренко, поэта, который 200 лет назад родился в Славянске и год которого отмечается здесь, в Славянске. Спасибо вам большое за участие, друзья. До новых встреч!